Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi Mix Flip. И сейчас я покажу вам, как помочь аккумулятору на вашем устройстве работать дольше. Итак, первое, что мы можем делать, это заряжать устройство в диапазоне от 20 до 80%. Также мы можем опустить вниз шторку и здесь подключать все ненужные нам в данный момент функции, тот же Bluetooth, мобильные данные, точку доступа. Естественно, когда они нам не нужны, можем их отключать. Нажимаем далее, переходим в настройки, выбираем здесь раздел «Батарея». И здесь мы можем выбрать режимы, то есть у нас есть режим экономии энергии и ультраэкономии энергии. Мы их включаем, когда у нас остается не так много процентов. Далее можем перейти в проверку батареи. И здесь мы можем изменить некоторые параметры, тем самым также помочь нашему аккумулятору на нашем устройстве работать чуть дольше. Нажимаем «Добавить сколько-то там минут к автономности». Далее можем перейти в защиту батареи. И здесь мы можем настроить защиту при зарядке, то есть либо включить обычную зарядку, значит никакой защиты, либо оптимизированную зарядку, то есть у нас будет корректироваться зарядка в зависимости от сценария использования. Также вот можем включить защиту во время зарядки ночью, то есть автоматическая регулировка продолжительности зарядки, чтобы замедлить износ батареи. И также можем включить ограниченную зарядку, то есть устройство у нас будет заряжаться только до 80%. Далее можем перейти в дополнительные функции. Здесь мы можем включить очищение памяти каждые там пару минут. Вот, можем настроить таймер питания. И также мы можем посмотреть, как у нас используют аккумулятор приложения. Вот, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.